Итак, проволочная. Проволочный передатчик. Проволочный приемник. И теперь они стали вот в таком вот виде. Это передатчик. Двухслойная печатная плата. Потребляет сейчас 37 мА на 5 вольтах. И приемничек. Сейчас напаян СМД светодиодик, можно обычный светодиод паять. Оп. И оно работает. Сейчас попробую сбоку показать. То есть на 1 сантиметре. Да, сложно так показать. Ну, еще на 1 сантиметре уже, в принципе, светодиод видно. Вот тут сейчас где-то больше, чем сантиметр. Сантиметр с чем-то. И светодиод уже светится. То есть, у меня задача такая, что мне нужно положить фишку над передатчиком, который запрятан. И я должен увидеть разницу. И разница есть. Я доволен результатом.